Привет, друзья! С вами снова Андрей Сайфутдинов, и сегодня моя любимая рубрика «Распаковочка посылок». Поехали! Итак, друзья, сегодня уже пришла первая посылочка. Это подарок. Подарок от подписчиков, что ли. Вот, в общем, это из моего же города, из Ростова-на-Дону. Это не заказывал я. Вот, и мои заказики. Ну и, как обычно, сокращенная версия будет на моем основном канале, фотоканале. А полная версия будет на моем втором канале. Все ссылочки будут в описании. Давайте с подарочка начнем. Скоро Новый год. Уже хочется сюрпризов, подарков. Это подарочек от Ирины Колесниковой. Спасибо большое. В Инстаграм я уже фотографию этого пакета выложил. Если не подписаны, подписывайтесь. Да боже ж ты мой, какая прелесть. Счастливого Нового года, который исполнит все мечты. Тайный Санта. Открыточка. Класс. И Starbucks зерновой кофе. И еще кое-что. Супер! Зерновой кофе Starbucks, еще и печенька Снеговик, тоже со Starbucks. Кайфово, спасибо большое, Иришечка. А остальные посылочки, это то, что я заказывал. Посмотрим, что это такое. Оцененная стоимость $5. Камера, фильтр. А, я понял. В общем, я сейчас пользуюсь 85 мм 1.4 объектив Sigma. Вот такой объективчик. В целом он мне нравится, но бегает. У меня был обзор, я видео вставлю, как я купил и в первый же день снимал. И я там сказал, да, что бленда не крутится, что бленда плохо фиксируется. И мне подсказали, спасибо большое подписчики, что действительно я не дощелкивал. Все нормально с этим крепится. Очень много вопросов поступает в личку мне по этому объективу. Как тебе, чего тебе, вот, что делал, сделал, при том, что не очень хорошая фокусировка на тех фотографиях была. Вот. Давайте, пользуясь случаем, сразу отвечу. Я внес поправку внутрикамерную, аж минус 11, потому что при том, что я целился в глаз, например, в резкости было ухо. И на тех файлах, которые я прикрепил, это очень сильно заметно. Вот. Экспериментальным путем я выявил, что сдвиг там практически постоянный. И вот внутрикамерно в 5D Mark IV есть поправка. И теперь более-менее. Но все равно гуляет фокус. И я думаю отдать и 5D Mark IV. Он год у меня уже отработал чуть больше. И этот объектив на тестировку, но единственное, что это в Москву, потому что 5D Mark IV, наш KM-сервис, официальный сервис, говорит, что у них там чего-то там нет для этой модели камеры. Вот, можем сделать, ну, типа, это так будет, на глазок. Вот, ну, и официальный сервис Sigma тоже находится в Москве. Я думаю, как это осуществить, я не знаю, и не хочется оставаться без техники, потому что нон-стоп съемки, Новый год, в декабре очень много новогодних съемок, в начале января много новогодних, еще там дни рождения в январе, вот, ну, не знаю как, но очень надо сдать в сервис, и вот для него, по всей видимости, фильтр и пришел. Я заказывал и полярик, и просто защитный фильтр, причем я заказал недорогие. У коллеги спрашивал, он пользуется дорогими с таким же объективом. И есть вероятность, что можно будет записать ролик, самому интересно попробовать, и, если интересно вам, сравнить на одном и том же объективе дорогой поляризационный фильтр, например, и дешевый. Есть ли отличия? Вот. Ну и, собственно, пока посмотрим недорогие. Ссылочки, конечно же, оставлю в описании. Вот. И еще насчет вопросов, то, что вы задаете. Ребят, очень много сыпется вопросов. Мало того, что от клиентов, конечно же, каждый день отвечаю на вопросы, сколько стоит фотосессия, сколько стоит свадьба. Вот. И вы тоже задаете много вопросов именно в личку. Можно облегчить для всех. Если вы будете задавать вопросы не в личку мне ВКонтакте, а в описании под видео, чтобы другие видели тоже ответы. И не приходилось
приходится сотню раз отвечать на одни и те же вопросы, и чтобы сразу на все типовые вопросы были ответы. Либо есть еще вариант, что я запишу видео в ближайшее время с ответами на часто задаваемые вопросы. Казалось бы, у меня канал всего там сколько? 2 с лишним тысячи подписчиков, не так уж и много просмотров, но вопросов сыпется жесть. Вот. В общем, смотрите, у 85-ки Canon 72 мм резьба, диаметр. Здесь аж 86 миллиметров. Очень большой фильтр. Не везде они есть в наших магазинах. Вот в такой отличной коробочке, упаковочке. Фильтр Тиана. Я не помню, сколько он стоит. Ультрафиолетовый написано. Ссылочку оставлю в описании. Я смотрел по отзывам, по обзором. Здесь есть покрытие все необходимые, просветляющие. В общем, это не прям просто стеклышко и все, и прям видно на отражение. Я в камеру не покажу, но вижу, что фиолетовая пленочка есть или зеленоватая какая-то. В общем, не просто самый первый попавшийся фильтр. Вот, вроде бы как это должен быть хорош. Ну, такой защитный фильтр, отлично. Это чуть ли не единственный объектив, с которым я пользуюсь крышечкой, которую я еще не потерял. Обычно я быстренько эту крышечку куда-нибудь забрасываю, теряю и пользуюсь без крышечки. Вот. Этот пока держится, пока не потерял. Ну, круто. Проверим, попробуем. Но мне кажется, что это отличное стекло за небольшие деньги. Это ультрафиолетовый фильтр. Ну, теоретически это, чтобы отсекать ультрафиолетовые лучи. Ну, на практике, как говорят, что из уроков по физике в том числе, что просто стекло, оно не пропускает ультрафиолет. То есть здесь стекло и так есть, и ультрафиолет и так не пропускает. Ну, по заверениям производителей всех, я не знаю, маркетинг, не маркетинг, что здесь по этим маленьким картинкам ничего, конечно, не понятно, но вроде бы как этот фильтр убивает какую-то такую пелену, не контраст, более контрастное получается, более чистое изображение. Ну, не знаю, в первую очередь все-таки это защитное, я использую как защитное, если где-то что-то попало капелька, еще что-то, чтобы не жалко было протереть там рубашкой, там, знаете, всегда есть опасность протереть вдруг там песчинки какие-то, чтобы не поцарапать, вот, а здесь, это стеклышко, не страшно натирать, чем не попадя. Вот, поэтому оно именно так, чтобы в быстрых-быстрых условиях взять, тирануть от какой-нибудь грязи объектив. Еще один фильтр, вот он, я его начал уже скрывать, тоже под него же, тоже выбирал по отзывам, обзорам, 86 миллиметров. По отзывам я читал, что это хорошая китайская фирма, вот, и очень рекомендовали. Что делает этот фильтр? Он поляризационный. Им нужно еще... есть нюансы им пользоваться. Можно почитать. Информации очень много в интернете. Вот. Можно убирать блики со стекла, например, против витрины. Там снимаете парочку в кафе, лавсторик, там что-нибудь такое. Через стекло автомобиля. И фотокамера, например, не может вообще сфокусироваться. И вообще их не видно из-за того, что стекло бликует. Отражает. Потому что, например, там в машине темно, на улице светло. И абсолютно зеркальное получается на фотографиях изображение, и ребята вообще там не видно, их нужно хорошенько осветить, чтобы их стало видно. Вот, с помощью полярика можно все отражения убирать, это раз, блики там с воды, но это так себе, не знаю, насколько это важно. Ну и можно небо, с неба тоже лишний свет с помощью этого полярика убирать, но есть нюансы тоже, это отдельная вообще история. Вот, там под определенным углом 90 градусов от солнца, я думаю, это можно найти в интернете, несложно всю эту информацию, как пользоваться поляризационным фильтром, зачем он нужен. Вот. Ну и по отзывам, обзорам, это хорошая китайская фирма. Тоже ссылочку оставлю в описании. Все четенько пропечатано, все очень качественно, чистенько. Мне нравится и, честно говоря, очень внушает доверие. Вот. И
скорее всего, с этим объективом я буду больше пользоваться поляризационным фильтром. У меня есть поляризационный фильтр, но что-то как-то я не находил себе применения. Но сейчас я хочу прям следующий сезон, летом, им заняться прям капитальненько. Полярика, может быть, даже по результатам проб и ошибок я сделаю выпуск. Возможно, завал. Это не для фотографии, поэтому это будет в версии длинной на лайв-канале моем. И это я тоже помню, что это такое. Это для моего ноутбука Xiaomi. У меня был про него выпуск тоже. Тоже очень много вопросов в личку после этого сыпется. Вот, пишите все вопросы в комментарии под видео. Пишите, не всегда, не сразу отвечаю, но тем не менее все видят вопросы, ответы, кто-то отвечает за меня. О, я думал, она прям силиконовая, прям потолще, это прям такая, как полиэтиленка. В общем, это такая штука, защита на клавиатуру, чтобы под клавиши не попадала пыль, грязь, крошки, и если вдруг там что-нибудь вдруг прольешь, хотя я стараюсь за ноутбуком не сидеть с жидкостями и не разрешаю этого делать другим, кто вдруг присаживается за мой ноутбук, вот, потому что ладно, за компьютером на клавиатуру пролила, но там 150 рублей стоит обычная Logitech. Вот. А это, если зальешь, то хана ноутбуку. Вот. В общем, это вот такая вот защита. Она недорогая, что-то там, я не помню сколько. Вот. В общем, но думаю, очень даже полезно. Но я ожидал, что она прям такая силиконовая потолще, но она такая пленочка тоненькая. Не знаю, будет ли она спадать, убегать. Вот, вылетать при захлопывании. Посмотрим. Если интересно будет, отдельно потом ролик запишу. Попробуем, надеюсь, подойдет. Так, ну что ж, это все. Спасибо за внимание. К сожалению, посылочки закончились пока. Вот, все ссылки будут в описании. И, кстати говоря, обязательно используйте кэшбэк Letyshops. Я использую, вот недавно вывел там почти 9000 рублей. Это круто, приятный такой бонусик. С таким возвратом приятнее делать покупочки. Так, ну а пока все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все ссылки в описании. С вами был Андрей Сайфутдинов. До новых встреч!